Всем здорово, мужики, это мой новый ролик на моем ютуб-канале. Сегодня я решил залететь на вандеркейс, у меня на вальке 20645 рублей. Этот баланс у меня остался с прошлого ролика, мы там подняли плюс 10 кусков за ролик. Надеюсь, сегодня меня вандеркейс будет окупать абсолютно так же, но в принципе можно еще лучше. Потому что плюс 10 кусков это и так сильный результат, я сильно не наглею. Ну просто были ролики, где я поднимал намного жестче. А также они тут, кстати, завезли новый баннер какой-то зимний на бесплатный кейс за регистрацию на сайте. Но это вы все знаете, да, если что, ссылочка на вандеркейс есть в описании под видео, здесь можно бесплатный кейс за регистрацию на сайте получить. Так, ладно, мы полетели снеговик со старта 5 штучек на 6450 рублей. И в идеале, чтобы ты прям в начале меня хорошо окупал. Так, ну что-то как-то хз, 4600, так себе падает. Давайте еще 5 быстренько откроем. 7300, неплохо, еще 5, но надо выйти в плюс со старта видоса, чтобы я начал ролик в плюсе. Так, на балике 2600, отлично, еще 5 штук, окупаешь меня, и я с этого кейсика ухожу. 6100, так, 6100 это 100, это минус, сука, еще 5. Поток информации падает, отлично, мы продаем на балансе 23 тысячи рублей, и мы со старта ролика поднимаем плюс 3000 рублей к балансу. А самое главное, как раз начать видос в плюсе, ибо как ролик начнешь, так его и закончишь, но вы все сами прекрасно знаете. И также, мужики, напоминаю, все, кто хотят покатать на вандеркейсе, вы можете при пополнении ввести промкод NGLR и получить плюс 25% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего. Скиваса, карты, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей. На балике получили 1250. Вы со старта будете в хорошем плюсе. А также можете зайти в бонусы, подписаться на всех соцсети и получить сверху 12 рублей на халяву, что тоже очень даже приятненько. Так, ладно, мы полетели. Сейчас откроем какой-нибудь человек-бензопила 5 штучек на 3100 рублей. Давай, родной, выдавай какой-нибудь бешеный плюс. Но вот этот кейс обычно меня стабильно окупает, но подлизываться к нему смысла нет. Сейчас он слил меня, еще 5 штук. Так, тут падает 4200, еще 5 штук. Угу, понял, еще 5 штук, давайте откроем. Ну что за одни древесные гадюки, да вы посмотрите, как у меня слил уже. Алло, человек-бензопила, мы выдавать вообще планируем сегодня мне? 4000, не, ну что-то этот кейс меня прям сегодня расстраивает. 3800, еще 5 штук. 200, еще 5. Ну, короче, весь плюс, который у нас был в начале, мы уже, походу, просрали. Да, ладно, давайте нахрен уйдем с этого кейса. Человек бензопила меня... Хотя нет, 23 тысячи мы оставили. Да ладно, я, на самом деле, что-то очень категорично к этому кейсу отношусь. Но просто раньше он как будто выдавал постабильнее. Он прям стабильно меня окупал. А сейчас последний ролик 2-3, он начал чаще меня сливать. Так, окей, тогда давайте Феррари 5 штучек на 6950 рублей. Родной, пожалуйста, вот сейчас можешь выдавать? Человек бензопила там не так супер дорого было. Вот здесь важно выдавать. 7100, ну это плюс, но на 200 рублей, хотел бы пожестче, еще 5 штук. Так, атомный сплав вижу, он вроде дорогой, сколько ты стоишь? 2800, но 5300, это минус, слил уже вообще, то еще 5 штук. Так, вижу, нам падает MP9 Hot Rod, 7700, отлично, 9500 нам падает. Ну, кстати, 24 тысячи, я думал, как-то пожестче сейчас выйдем в плюс, ну ладно. Так, 4800, еще 5. Угу, понял, еще 5. Новая фуксия, так, 7700, еще 5. Так, нормально, ну хотя, ну что, 23 тысячи, мы с места не сдвинулись. Сначала слились, а потом камбэкнули жестко. Я-то хочу как-то сдвинуться с места. Ну вот, 20, почти 25 тысяч, это уже лучше. Давайте сейчас тройнем какой-нибудь, не знаю, maybe пипега покрутить по 3 штучки на 9 тысяч. Рисково, конечно, но пипега иногда, у меня был ролик, где он мне выдал сразу с 3 кейсов 2 ножа и одну пару перчаток. Но сейчас, к сожалению, такое не происходит. Еще 3. Ну, а мы... О, 14 тысяч! Нет, отлично выдал! Я что-то... Там какие-то скины, которые выглядят не супер дорого, но стоят до хрена, мне выпали. На балике почти 29 тысяч рублей. Красота. Так, окей, сейчас тогда давайте тройнем. Ну, как будто, когда такой балик, уже можно и перчаточный. Одну штучку за 9400. Ну, как будто точно и можно, и нужно. Пиксельный камуфляж, хвоя, спасибо большое. У меня тут еще какие-то две шмотки лежат. А, ну, кстати, они 8700 стоят. Я хотел делать апгрейд камбэкать, так они по факту столько же, сколько и кейс стоит. Да, мы маленький минус учли, то давайте еще одну штуку откроем. Но хотя бы не жесткий слив, ладно, это мне нравится. Но вот гремучая змея, это уже 4700, сука. Ну что, 9400, то, что мы потратили на кейс перчаточный, надо постараться откамбэкать 42%. Ну стой, ну стой, ну ты сука тупая, ну проигрываем, перчаточный, еще один быстро. Так, 26580 рублей, отлично, вот это меня радует, на балике 36300 уже. И мы подняли, получается, уже плюс 16 кусков к балансу, отлично. Это с учетом, что мы только что проиграли апгрейд на 5000. Если бы я не делал этот апгрейд, у нас бы на балике уже было 40 тысяч. Ну ладно, я уже сделал апгрейд, чё ныть. Самое главное, что мы в плюсе. Давайте Rolls-Royce, 4 штуки, давайте даже 3 на 12 тысяч. Просто не хочу сегодня слить то, что поднял.
У меня недавно был жесткий сливной ролик по Вандеру, и мне как-то повторять свои ошибки не хочется. Опять 300. Понял, сука, еще 3. Что это такое? Вот первая хорошая, остальные 2 говна, но 16 тысяч, нормально, еще 3. Багровое цветение, отлично, 14 тысяч нам падает. На балике 36 195 рублей, красота. Ну, как будто и на живой тогда надо. Ну что, у нас сегодня так все хорошо идет, что надо одну штучку за 14500. Тычковые ножи ночь, но это не то, что я хотел выбить отсюда. Ладно, продаем еще одну штуку. Ну давай, со второго. Первый был такой проверочный, первый блинкомом, все дела. Да сука, какой нахрен Наваха Сажа, что ты выдаешь-то, я не понимаю. Еще один, быстро. Наваха Сажа. Ну что, мы реально все сольем в этом кейсе. Чистая вода. Ой, сука, апгрейд до 22 тысяч. Я вот только что, я же вот минуту назад, да, говорил, что вот недавно был жесткий слив, не хочу повторять свои ошибки. И в итоге что я делал? Я делаю то же самое, я рискую как дебил. Ну, хоть апгрейдик мы, ух ты, сука, выигрываем, отлично. Ой, так, ладно, мы в плюсе. Но я теперь остановиться не смогу, мы еще раз идем. Подождите, где он? На живой открывается, 14500, еще одну штуку. Поверхностная закалка 21 592 рубля, отлично. И еще один, можешь мне выдать? Ты столько меня сливал? Ну ты, сука, 800, еще один. Ну выдай, ну выдай, ну чистая вода. Ну мы опять начинаем сливаться. Сука, выдай, пожалуйста. Ну это я видел, 21 тысяча. И еще надо выдать. Кровавая паутина, 13500. Ну это минус, еще один. Эй, из этого кейса вообще смогу выйти? Вот мне же кажется, пока я что-нибудь супер жесткое не выбью, я даже не выйду с него. Градиент, 27 134 рубля, мы продаем на балике 35 кусков, все, с ножевым хватит, ну реально, я уже сильно начинаю заигрываться, я не хочу повторять свои ошибки, которые у меня были недавно в ролике, лучше чуть-чуть подостановиться и пойти, например, магнат открыть, 4 штучки, на него еще и скидочка, он стал дешевле, можно даже 5 штук на 13 тысяч рублей. Так, а эска, огонь чантика неплохо, топливный инжектор, 17 900, отлично, на балике 40 кусков, ну сука, ну когда меня так хорошо вандеркейс поднимает, мне так хочется пооткрывать вот еще. Еще, например, на живой один. Ладно, давайте последний. Ну хочется, ну прям реально хочется. Градиент, он стоит до хрена. Я же прав, он стоит до хрена, он стоит 27 тысяч. Отлично, мы продаем на балике 52 тысячи рублей. И на таком красивом числе, как бы 52, мы точно заканчиваем видос. Мы сегодня подняли плюс 32 тысячи рублей к балансу. И я считаю, это отличнейший результат за ролик. Хоть и начали, не, начали мы хорошо. Потом вот к середине ролика нам какой-то бред начал происходить. Начали жестко сливаться. Но самое главное, что в итоге все откомбэчили. Вышли в бешеный плюс, так еще и такое красивое число на балике. И также, мужики, напоминаю, все, кто хотят на вандеркейсе, вы можете при пополнении ввести промкод NKLR и получить плюс 25% депозиту. Депать можно абсолютно со всего, с кивасы, карты, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей, на балике получили 1250, вы со старта будете в хорошем плюсе. А также напоминаю, если вы регистрируетесь по моей ссылочке в описании под видео на вандеркейсе, вы получаете бесплатный кейс просто за регистрацию на сайте. Еще можете зайти в бонус, подписаться на всех соцсети и получить сверху 12 рублей на халяву, что тоже очень даже приятненько. И все, мужики, всем большое спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал. Не забываем писать какой-либо комментарий, это сильно помогает продвижению ролика. Я считаю, за такой видос однозначно можно, пацаны. Ну потому что до хрена пооткрывали дорогих кейсов, до хрена подняли балансы. С вас по-любому лайк, подписка и комментарий. И все, мужики, всем удачи, всех люблю.